Булыжная мостовая сохранилась в одном из сел Жуковского района. Это деревня Арсуфьево. Раньше был запасной аэропорт, и она вела к нему. Но в последнее время его закрыли, ванда разобрали казарму, двухэтажные кирпичи, а мостовая кое-как и стояла. Настоящие булыжники, наверное, сотни лет уже тут стоят. Она 10 километров длиной. От вокзала до бывшей воинской части и там до домов, где военные живут. Идти по ней не особо хорошо, спотыкаешься. Машина тоже стрясут, зато нога вечно, не как у современного асфальта. Многие годы продержались. Она одна из последних булыжных мостовых во всей Брянской области, так думаю. Это улица Советская, деревня Арсуфьево, так называемая. Центральная часть поселка. Колодец интересный. Баллон висит, надо пожарный безопасно звонить. Здесь сельская администрация, дискотека дальше. Наверное, пара 2-3 километра дорога с вооруженной последней области составляет. Сейчас такое найти очень редкость, практически невозможно. Да это уже дорогу разворовывают тут на кирпичи, на камни. Ремонтируют его редко будет, потом закатают в асфальт, и они забудут. Сколько тут колес проехало по этим за время истории, сколько людей прошло. Сама история. А вон там, вы видите, станция впереди. Тут разрушается, видимо. А в районе памятника ее уже скатали в асфальт. Дальше она фрагментально сохранилась. Под асфальтом ее почти не видно. Вот такая последняя булыжная мостовая Жуковского района Брянской области.